В Омске определили самого меткого охотника. Ежегодные соревнования для любителей в этом году прошли в новом формате. Вместо лыжного забега охотников ждала стендовая стрельба. К участию не допустили профессиональных спортсменов. Такие соревнования впервые прошли в черте города. Всего заявку подали больше 50 человек. Каждый сделал по 30 выстрелов, выполнив 6 упражнений. Лучшим стал Алексей Якименко из Оконечниковского района. Ну, а вместе с напарником он же стал победителем командного зачета. Сами охотники отмечают, что такие соревнования – это повод для встреч с друзьями и хорошая тренировка перед весенним сезоном. Очень хорошая тренировка, потому что один раз я здесь был уже, стрелял на этом стенде, пробовал перед открытием охоты. Очень хорошо помогает. Потом в дальнейшем при действительной охоте на уток очень хорошо помогает. Прям все валится.